Ух ты, ребята! Всем привет, друзья! Это видеоблог «Две хаски», и сегодня я приехал открывать летний сезон 2018. Сегодня будем ловить на боковой кивок. Моя снасть стоит всего 1500 рублей. Сейчас я вам ее покажу, расскажу и посмотрим, ловит ли она что-нибудь. Так что погнали! Вот такая вот у меня супер удочка фирмы «Даюй». Видимо, какой-то немец. Стоит удочка на садоводе всего лишь в районе там 1000 рублей плюс-минус. Где-то там 100 рублей. Это 6-метровая удочка. Вес у нее 325 граммов. И скажу так, я уже ее один раз тестил. Вот для меня, сейчас, конечно, много народу скажет, что там 6 метров мало, надо брать 9 или 10 метров. Но я буду ей ловить на малых прудах и на маленьких речках, типа вот той же там Нары, где в обратках тут можно найти очень крупную рыбу. И поэтому я для себя выбрал, что 6 метров будет вполне достаточно для меня. Вот, она очень легкая, и при этом она действительно жесткая. То есть контролировать кончик с кивком получается очень даже неплохо. Единственное, что я сделал, я верхний хлыстик, он был мягкий довольно, я поменял на... Купил обычный хлыст, он стоил 100 рублей, 4,8 мм для этой удочки подходит. И он немножко жестче, и я прям конкретно чувствую, ну, прям делаю проводку, я прям контролирую кивок. Мне это очень понравилось. Вот, ее вес меня, в принципе, вполне устраивает, и при этом, ну, удочка реально клевая. Там 1000 рублей она стоит. Самое забавное, ребят, в этой всей истории, удочка стоит косарь. А, блин, вот эти кивки стоят по 300 рублей каждый. Вот эти вот кивочки. Вот это вот на 1.5 грамма. Так, вот этот у меня кивок до грамма. Он подешевле стоит. И вот этот стоит тоже 300. У меня небольшой такой пока набор. Давайте вот такую желтенькую муравья сейчас поставим. Так, ну что, сегодня будем ловить, наверное, на комбо. Мотыль, конечно, такой грустный. И одного опарыша. Опарыш вообще живее всех живых, парень. Ну что, погнали, ребята. Кстати, видно, что вода немножко ушла. Ее раньше было больше. На равномерную проводку была поклевка. Зашибись. О, живы. Блин, воды, конечно, много прибавилось. Давайте попробуем поставить чисто мотыля. Да, поэкспериментируем. Может быть, не нравится реально опарыш. Что она такая говорит: «Эй, ребята, я хочу мотыля». Хочет тут брать. Так. Не знаю, если сейчас встану. Лягушки. Да ё-моё, одни коряги. Ребят, поменял мормышечку, поменьше поставил. И одного мотылька. Давайте попробуем. Юх.
Вот тут где-то обратка нормальная такая. Ну вот, удлинился. Давайте здесь попробуем. Наверное, конечно, живописная речка. Красивая. Все ясно. Так. Вряд ли мне это получится пройти, конечно. Все затоплено. Не знаю, получится у меня, не получится пройти. По идее, здесь плотный такой должен быть. Ну, вроде иду пока. Такой островок. И вот оно место. Рыбное. Сейчас попробуем поймать. О, сразу клюнуло. Ух ты, поклевки такие, слушайте, прикольные. Такие дерзкие прям. Без мотыля, слушайте, не хочет клевать. Кстати, ну в бланк так хорошо это ударяет поклевка. Я прям чувствую удар даже. Пока что-то не могу поймать рыбу. Кивок, кстати, очень заметный. И на белом фоне, и на черном фоне. Наконец-то, ё-моё. Первая рыба. Плотвичка. Первая плотвичка. Вот она, ребят. Ну это что-то огромное просто клюнуло. Опа! Опа! Плотвичка. Маленькая плотвичка. Фу. Не, ну это прям вощпение, серьезно. Зато клюет. Опускал, опускал. Хоп, уже не опускается. А, да. Это уклеечка уже. Такая вот уклеечка. Да. Ну ладно. Первая летняя рыбалка. Что, давайте зачетерим немного. Ух ты, ребята! Обалдеть! Офигеть! Офигеть, вот эта плотвичка! Ничего себе! Подождите, я в шоке! Клюнул монстр! Охренеть! Вот это плотва, ребята! Вот это плотка! Ух ты, какая она крупная! Слушайте, это... Я не ожидал, конечно, сегодня поймать такую девочку. Тихо, тихо, тихо. А, такая плотва красивая! Вот это кайф! Вот это просто бомба! Слушайте, ну вот... Ух ты, смотрите, какая она!
вся раненая, какая-то вся странная, да? Давайте мы ее отпустим, и пусть вот все такое у нас клюет крупное в этом году. О, офигенная плотва, вообще просто кайф. Ес. 4 работают. Прикормил. Я как раз туда кидал. Ух, вот это тоже нормальная поклевка была. Опускаю прям на дно, только начинаю поднимать, сразу поклевка происходит. Уже несколько раз такая тема была. Так, о, ни хрена себе. Просто, да, ребята работают. Уже вон в том году, видимо, наверное, или даже позатом расхреначили дерево. Пошли другие уже расти. Ну что, друзья, вот такая вот у нас первая рыбалка летнего сезона. Половодье вносит свои коррективы, поэтому пока сюда рано ехать. По лету здесь, конечно, будет интересно походить, поискать места, я тут знаю, и я думаю, мы сюда приедем и с вами половим. Сезон обещает быть перспективным, мы готовимся к нему тщательно, скоро будут новые видео, эти видео мы будем выкладывать, стараться на еженедельной основе. Поставьте палец вверх, если вам понравилось это видео, и, кстати, напишите в комментариях, открыли ли вы уже летний сезон и поймали ли вы рыбу и какую. Ну что я могу сказать? Вам всем не хвоста, не чешуи, делайте как мы, а лучше, лучше. Пока!